Режим неблагоприятных метеорологических условий в краевом центре продлен до конца рабочей недели. Об этом сегодня заявили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом уровень опасности снизится со 2 до 1. Ожидается, что в ближайшие сутки небольшой атмосферный фронт принесет в Красноярск слабый снегопад. Воздушные массы смешаются, и смог над городом немного рассеется. Это только до завтрашнего дня, потому что на последующие дни мы также ожидаем ту же ситуацию, которая у нас находится сейчас в городе. То есть у нас также будут морозы, тем более, что морозы у нас еще и усиливаются на выходные дни. Также у нас будет полное отсутствие ветра, снега, то есть те непосредственные факторы, которые сказываются на очищении на атмосферы до 20 числа. На 20 число у нас получается поворот все-таки на юго-западный ветра, хотя он небольшой, но юго-западный, соответственно, воздушная масса будет меняться.